После ремонта в Сургуте официально открыли стадион «Спортивное ядро». Точнее, презентовали выполненные на нем работы. Подрядчик, напомню, поменял покрытие беговых дорожек и привел в порядок сектор метания ядра и прыжков в длину. Работы выполняла сургутская компания. Обошелся ремонт в 14 миллионов рублей. Согласно гарантии, новое покрытие на спортивном ядре должно прослужить не менее 5 лет. В рамках презентации сегодня на стадионе также открыли легкоатлетический сезон. Провели и небольшие соревнования между спортсменами из двух школ города и сборной Нефтеюганска.